Жителям современного мегаполиса, которые много времени проводят в пробках и ведут сидячий образ жизни, просто необходимы физические нагрузки. Но поскольку спортзал для некоторых – это еще больше стресс, чем работа в офисе, требуется альтернатива. В качестве таковой можно рассматривать wellness, спа и сауны. Вариантов отдыха в бане сегодня тоже существует масса. Тем, кто не выдерживает высокой температуры русской бани, на выручку приходят бани турецкие. У себя на родине их называют хамам. Есть две сауны. Сауна финская и сауна турецкая. Финская сауна прогревается до 100 градусов. Кто любит попариться, а для людей, которые не сильно переносят жар, мы предоставляем сауну хамам. Хамам дает очень много возможностей людям расслабиться, повысить свой тонус. Выводит сауна также очень много шлаков, накопившихся за зиму. Люди, страдающие простудными заболеваниями, которые часто болеют, особенно дети. Отдых в таком wellness-центре можно проводить в разных форматах. Например, пообщаться с друзьями или приятно провести время с семьей. Или же сделать акцент на физическую активность, занимаясь плаванием. Сауна у нас семейная, люди часто приходят у нас сюда всеми семьями. Каждый человек найдет, чем здесь заняться. В бассейне есть фонтан, можно попеть в караоке, можно поиграть в бильярд с 10 часов до часа в режиме бассейна и плюс одна парилка. Отдых в сауне с учетом индивидуальных особенностей полезен всем без исключения. Главное выбрать правильный и эффективный для себя формат. В нашем бассейне есть и зона специально для детей. И им очень удобно и очень хорошо в нем. Они занимаются там и зарядкой, и родители и делают там и массажики, и все. И также они посещают наш, как я уже говорила, великолепный хамам, где они также и прогреваются. Лечебные действия на них тоже очень хорошо влияют. Эти дети очень любят и очень ценят нашу сауну и с удовольствием приходят к нам.